Подай, пожалуйста. Можете начинать. В чем секрет успеха? В чем секрет успеха? Секрет успеха? Секрет успеха. Сложно так сразу сказать. Непростой вопрос. На самом деле все просто. С чего начать? Если хочешь быть успешным, будь им. Так ведь родилось. Каждый человек хочет быть успешным. Успешным во всем. И везде. И в школе. И на работе. И, конечно, в любви. Но жизнь – непредсказуемая штука. Бывает, что человек талантливый, но неуспешный. А бывает и наоборот. И все пытаются разгадать формулу успеха. Ну что ж, попробуем и мы. Если любовь не сбудется, ты поступай, как хочется. Познакомились на проекте, как отчаянно боролись и как полюбили друг друга. И совсем скоро мы узнаем, кто же из них стал победителем нашего шоу. Лена Тернова или Алекс Грин? Я не знаю, что решат жюри и зрители, но я уже выиграла, потому что я встретила здесь Алекса. Кто бы сегодня не выиграл, мы разделим эту победу на двоих. И вот он, этот долгожданный момент. Победителем становится Алекс Грин! Thank you.
Видала? Ага. Он с тех пор тебе так ни разу не позвонил? Кому-то вон клипы по телеку, а кому-то барная стойка и тряпка. Да ладно тебе, Валь, сегодня все изменится. Мы наконец-то будем выступать на сцене. Это наш шанс. Тише под нос. Здрасте, Аид. По какому поводу веселье? Сотников обещал, что мы сегодня будем петь на сцене. Да. Девочки, вы чего еще здесь? Газуйте в зал, там заказов полно. Подождите, мы же сегодня поем. Вы же обещали. Слушай, шоу-бизнес — это не столько шоу, сколько бизнес. Выступите в следующий раз. Давайте, давайте. Да, а ведь когда-то Сотников не променял бы творчество на деньги. Верится с трудом. Лет 10 назад Сотников дико влюбился в молодую певицу. А она сбежала, оставив его с одним рублем в кармане. Выше нос, девочки. Я вот в свое время стадионы собирала. А теперь пою для 10 человек в зале. Но я верю, что ветер переменится. Началось. Пошли работать. Кружит земля, как в детстве карусель. Приветствую вас, уважаемые дамы и господа. Добро пожаловать в ветер перемен. А над землей кружат ветра потери. Сегодня весь вечер с нами Владимир Валентинович. Ветра потери, разлук, отбита зла. А теперь я бы хотел пригласить на эту сцену и мне числа неподражаемую Аиду Романову. И мне числа. Числа сквозят из всех щелей, в сердца людей срывая дверь с петель, круша надежды и внушая страх, кружат ветра. Игорь Яковлевич. Игорь. Вов, ты что ли? Я. Здорово. Да. Узнал? Конечно. Сколько? Лет 30. Питер, помнишь, Игорь? Конечно. А как там земля в иллюминаторе? Ну как, у него там трава у дома, а я вот ветер перемен все жду, Игорь. Ну. Зато вот
за твоими успехами наблюдаю. Очень рад за тебя. Слушай, успех не признак таланта. И приятно, когда он есть. Спасибо. Вот наш Владимир Валентинович начинал в группе «Земляне». Да и крутого знает. Но за столько лет в шоу-бизнесе он ничего не добился. Так что это только в кино у нас бывает. Хэппи-энд. Ох, побегу. Спасибо. Давай. Тебе рад, очень встречи. Очень тоже рад, Игорь. Рад. Пока. Игорь? Да. Там, если что-то, ну, мало ли, может. Нет, ты всегда можешь на меня рассчитывать. Чем смогу, помогу. Спасибо, родной. Давай. Пока. Думаешь, позвонит? Дорогая моя, разве же это имеет значение? Это молодым надо думать, ждать, мечтать, надеяться. Пойдем, звезда моя, работать. Пойдем. В кассе не хватает денег, крупной суммы. Вы в субботу работали? Да, но мы ничего не брали. Отмораживайтесь. Окей. С этого дня работаете в две смены бесплатно, пока не вернете долг. И о сцене можете забыть. Это понятно? Что? Вы целый год кормите нас обещаниями, что позволите выступить, а теперь еще обвиняете в воровстве? С нас хватит. Пойдем отсюда, Валь. Валь, да почему я должна куда-то уходить? Я ничего не брала. Ты же знаешь, я тоже. Кажется, все проясняется. Твой спектакль окончен. Путь к успеху сложен и непредсказуем. Иногда ты теряешь все. Еще вчера мы были звездами на главном музыкальном телешоу страны, а сейчас мы уже никому не нужны. Еще дальше от сцены, чем в самом начале. Когда зима устанет где-то на полпути, когда растают реки, будут идти дожди. Эти дожди пройдут, и снова придет зима. Я не дождусь ее, мне не нужна она. Спектакль окончен, гаснет свет, и многоточий больше нет. Смотри, какое небо, небо меняет цвет. Заставь меня вернуться, пообещай мне снег. Темные облака, скоро начнется дождь. Не говори пока, ты меня не найдешь. Спектакль окончен, гаснет свет, и многоточий больше нет. Останови музыку. Спектакль окончен.
Спектакль окончен. Спектакль окончен. Гаснет свет. Видимо, и правда пора. Не выполнить мне наши мечты, мам. Когда устал новый день, ты позабыла. Все так легко. У тебя же там ничего не играет. Да? А мне не надо. Город задает свой ритм, а я лишь подбираю слова. Так, все, пойдем. Куда? Споем под звуки города. Нет, спасибо. Мой спектакль уже окончен. Прошу. Прошу. Кстати, я Андрей. А я Лена. Что-то не хватает. Та-дам! Бежим! Мы вышли из дома, когда во всех окнах погасли огни. Один за одним мы видели, как уезжает последний трамвай. Ездят такси, но нам нечем платить, и нам незачем ехать. Мы гуляем одни, на нашем кассетнике кончилась пленка. Мотай. Теперь ты слышишь ритм города? Да, и он звучит круто. Зайди в телефонную будку, скажи, чтоб закрыли дверь. В квартире твоей сними свою обувь, мы будем ходить босиком. Есть сигареты, спички, бутылка вина, и она поможет нам ждать, поможет поверить, что все спят, и мы здесь вдвоем. Ну-ка пропусти.
я, пожалуй, задержусь еще на пару дней. Слушай, мне пора на работу. Ну, хоть у кого-то в этом городе есть работа. А где ты работаешь? Могу показать. О, а вот и ребята. Привет. Знакомьтесь, это Лена. Лена — это мой друг Гриша и его девушка, невеста, почти жена. В общем, Полина. Добро пожаловать. Ого, как здесь круто. Это ваш? Ну, почти наш. Короче, мы продавцы-консультанты. Вообще-то, у Андрея высшее образование сценарист. Что ты пишешь? Пьесы. Правда, их еще нигде не ставили. Андрей скромничает. Одна из его пьес в финале международного театрального конкурса. Да, ну хватит об этом. Честно сказать, его диски совсем не продаются. О, я знаю эту пластинку. Это Сергей Прокофьев, Ромео и Джульетта. У нас такая дома в детстве была. У Андрея эксклюзив с автографом самого Прокофьева. Дорогая штука. И семейная реликвия не продается. А знаешь... Я думаю, что когда-нибудь на этом месте будет висеть и твоя пластинка. Вряд ли. Говорят, чтобы попасть в шоу-бизнес, нужны либо деньги, либо связи. Ну, сказать честно, есть еще один путь, о котором многие забывают. Через талант. У нас давняя мечта поставить свой собственный мюзикл. А у Андрея как раз есть идея сценария по мотивам Шекспира. Мне нравится. И с чего начнется мюзикл? Все начинается с Отелло. Молилась ли ты на ночь? Нет, нет, нет. Представьте себе, что Отелло не задушил Дездемону, а жили они долго и счастливо. И родились у них две прекрасные дочки. Строптивая Катарина и романтичная Джульетта. Наш мюзикл начинается на балу в доме Отелло. Там же Джульетта впервые встречает Ромео. И между ними сразу же вспыхивает чувство. Ну, как у нас вчера на остановке. Держи, Ромео. Да какой Ромео? Вот Ромео. Вах. Сердцем к сердцу, в небо птицей. Не могу остановиться. На двоих одно дыхание. Через расстояние. А что дальше? Дальше выясняется, что Ромео сын давнего врага Отелло. Поэтому влюбленные решаются сбежать на корабле. Неожиданно для всех вместе с Джульеттой сбегает и Катарина. На корабле она знакомится с богачом Петруччо. Он переодевается моряком и решает проучить надменную красавицу. И вот наши четверо героев отправляются на поиски счастья. Дальше корабль разбивается о скалы, и наши герои теряются в таинственном лесу. Там же блуждает и царица эльфов, проказница Титания. При помощи своего пажа Титания решает подлить им любовный эликсир. Ромео и Петруччо влюбляются в девушек друг друга. Теперь им предстоит побороться за свою любовь. Сердцем к сердцу, небо птицей. Не могу остановиться. На твоих одно дыхание. Через расстояние. И в конце будет дуэль. Надеюсь, Ромео не умрет. Нет, впервые в истории он женится на Джульетте. И победит любовь. Сердце в сердце. Сердцем к сердцу, небо.
как будет называться наш мюзикл? Сердцем к сердцу. Так, идеи, название у нас уже есть. Что дальше? Нам всего лишь осталось найти подходящее недорогое помещение. И композитора, и режиссера. Сшить костюмы, собрать труппу. И репетировать. Звучит как хороший план. А почему вы раньше не поставили этот мюзикл? Дело в том, что мы искали идеальную актрису на главную роль. Но, видимо, придется взять тебя. Жизнь удивительная штука. Еще утром я была безработной, а теперь играю главную роль в мюзикле. Важно оказаться в нужном месте, в нужное время. При этом неплохо быть в красном костюме. Никогда не надо отчаиваться. И если ты открыт новому, это может многое изменить. Тернова, плату за квартиру принесла? Вам добрый вечер, Мария Аркадьевна. Вы знаете, дело в том, что меня вчера уволили, но потом я встретила хороших ребят, и мы будем делать мюзикл, так что деньги скоро появятся. Ну что ж, как появится, так и приходи. А ты что тут делаешь? Ты в таком же состоянии, как я. Как хорошо под мамино крыло свернуть с дороги дальней, бесконечной, хоть на денек стать девочкой беспечной и ощутить родимое тепло. Мы разбегаемся по делам, земля разбивается пополам. Смотри меня, смотри в меня, останься. Прости меня за слабость и за то, что я так странно и отчаянно люблю.
Завтра ветер переменится, завтра прошлому замен. Он придет, он будет добрый, ласковый. Ветер. Привет. У меня хорошие новости. Я нашла идеальное место для нашего мюзикла. Да, приезжайте скорее. Идеальное место. Мюзикл среди троллейбусов. Интересненько. Я все придумала. Здесь будет сцена, здесь амфитеатр, сюда мы посадим оркестр, а здесь места для зрителей. Ты уверена? Ребят, я знаю, это прозвучит странно, но был знак свыше. Это то самое место. Вот, нашел. Бывший троллейбусный парк. Здание не используется уже несколько лет. И выставлено на продажу. Стоит недешево. Но аренда еще терпима. Отлично. Как назовем наш театр? Может быть, как у Шекспира? Глобус? Отличное название. О, а вот и наш гениальный композитор и мой друг Максим Борзовский. Привет. Да, у этого фортепиано тяжелая судьба. Ну что, играем? Я вот тут текст вчера накидал. Взгляни. Угу. Писал явно влюбленный человек. Ну что, я играю, ты поешь. Не, давай лучше ты сам. Окей. Не застилай горизонт твоей луны, которой нет. Открыла ночь огромный зонт, встречая розовый рассвет. Там на сиреневой луне ты так хотела быть одна, не забывая обо мне. Ты засыпала у окна. Когда устал новый день, такой же, как и всегда, ты улетела так далеко. Когда пришел этот сон, возникший не обо мне, ты позабыла все так легко. Ты забудешь обо мне на сиреневой луне, может, только на мгновенье. Оставляй для меня только тоненькую нить, только каплю сожаления. Там ярче солнце и теплей. Там нет ни снега, ни дождя. Там на сиреневой луне ты позабудешь про меня, лишь на минутку про меня.
волнение сердца своего на ту планету без дождя, где будет все и ничего. Прикольно. Лен, можем поговорить? Я должна была поддержать тебя тогда. Поступила не по-дружески. Очень сожалею об этом. Да ладно, Вань, проехали. Я от Сотникова ушла. Эта работа далека от той сцены, о которой мы так мечтали. И что теперь делать будешь? Не знаю. Но обратно точно не вернусь. Кстати, Аида сказала, что вы ее пригласили в мюзикл. Да, она обещала присоединиться. Слушай, может, идти к нам? Ты серьезно? Ну да, правда, все главные роли уже распределены. Но что-нибудь придумаю. Ленка, ты лучше всех! Да я лучше всех сыграю, Ромео. Смотри. Послушай меня сегодня. Я хочу быть с тобой. Послушай меня сегодня, я хочу быть с тобой. Я лучше спою. А я сыграю лучше. Ну, а я лучше спою. Стоп, стоп! Сыграю. Парни, мне кажется, мы не сдвинемся с места без режиссера. Может быть, у кого-то из знакомых есть классный режиссер? А вы Протасова знаете? А, ребят, кто не знает, знакомьтесь, моя подруга Валя. Привет. Привет. Протасова, говоришь? Я слышал, что он немножко... Да, да, он сейчас в детском театре ставит колобка. Я люблю тебя, как любят в жизни раз. Словно солнце в мире не было до нас. От заботы мелких слов ты меня увел. И ключи от счастья для меня нашел. Для меня нашел. Любовь похожая на сон. Стоп, стоп, не верю. Ванечка, Ванюша, ты же колобок. Видишь, твоим героем движет желание познать себя. Кто он? Фрик? Мутант? Или изгой? Или все-таки он личность? А лисица? Чего ты отстранила? Протасов, меня зовут Стелла Стар. Я продюсер самых успешных мюзиклов на Бродвее. Перерыв 15 минут. У успеха есть одно неотъемлемое свойство. Его хотят многие. Успешная, богатая, одинокая. К тому же еще не так стара. Мама всегда меня учила, что в каждом человеке нужно искать что-то хорошее. Мама никогда не общалась с такими, как Стелла Стар.
Кстати, ты когда-нибудь был на Бродвее? Somewhere over the rainbow. Неважно. У меня к тебе предложение, от которого ты не сможешь отказаться. Слушаю. Ну уж нет, мы первые пришли. Я тебя где-то видела. Мы тоже ставим мюзикл и тоже хотим вас в качестве режиссера. Позвони мне. Я сделаю тебя звездой. А пока присядь и не мешай взрослым разговаривать. Протасов, собирайся. Едем репетировать. Что за мюзикл? Микс из Шекспира. Мое шоу «Космическая любовь». Площадка? Дом музыки. Заброшенный троллейбусный парк. Бюджет? Девятизначный. У нас вообще-то нет денег, но мы все отдадим, когда заработаем. Когда премьера? Через полгода. То есть вы ставите мюзикл в троллейбусном парке, бешено сжатые сроки, еще и без денег? Вы психи, а не психи. Это точно. Я согласен. What? Ты еще пожалеешь об этом. Посмотрим. Come on, guys. Завтра репетиция в 10 утра. Не опаздывать. Он точно придет? Нет, но вы серьезно считаете, что мы способны конкурировать с самой Стеллой Стар? У нас даже премьера в один день. Может, перенесем, пока не поздно? Без паники! Без паники! Я проспал. Я читал это до утра. Это шедевр! Давайте сразу по ролям. Кто сыграет осла? На самом деле мы не определились, никто не хочет играть осла. Ладно, разберемся. Кто Отелло и Дездемона? Это мы. Мы. А я Катерина. Джульетта. Кто? Ромео. Я могу. Не совсем тот типаж. Поймите, Ромео должен быть человеком, у которого страсть в глазах, у кого влюбленный взгляд. Ты. Друзья, мы нашли Ромео. Я? Да, ты. Исключено, я сценарист. Ну, зато хоть с ролью осла определились. Вы русалки, вы матросы, вы эльфы. Начнем репетицию. Искусство не ждет. Прекрасно, ты же пел для меня, у тебя отлично получается. Пел для тебя, а не для зрителей. У меня патологическая боязнь сцены. Я в ступор впадаю. Ладно, иди репетировать. А, начнем с песни «Ромео и Джульетты». Джульетта, прошу на сцену. Ты обещал мне настоящую роль, а не роль одного из 20 эльфов. Знаю, я позже попробую поговорить с Протасовым. Джульетта, быстрее, быстрее, быстрее. Маэстро, музыку! А как же Ромео? Устроим кастинг на роль Ромео по ходу. И, кстати, зовите всех, кто нам может подойти на эту роль. Послушай меня сегодня. Хочу быть с тобой. Верни мне мою надежду. Полночи теперь у меня. Ты ушла и опять ни слова не сказала. Помоги, помоги, я солдат своей любви. Как мне быть, подскажи, я не знаю. Помоги, помоги, это армия судьбы. Навсегда нас с тобой разлучает. Послушай меня сегодня, я хочу быть с тобой. Давай уберем на берег неземной. Ты рядом стоишь, но все же твой взгляд не со мной. Я слышу твое молчание, я создаю.
тобой на стихи рассвета. Я вовремя? Это вы разыскивали Ромео? У вас тут симпатично? Ты что, нос себе уменьшил, что ли? Да, точно. У него новый нос. Да ладно. Не говорите глупости, ребят. У меня всегда был такой нос. Ясно? Алекс не может участвовать в нашем мюзикле. Скажи, Лен. Не надо, Валь. Лен. Знаю. Я поступил как придурок тогда. Даже не позвонил тебе. Все эти ежедневные перелеты, концерты, гастроли, журналисты. Мне просто было не до отношений. Но вот теперь я здесь. Стою перед тобой. Тебе решать. Ромео я? Или нет? Я думаю, твое участие будет лучше для нашего мюзикла. Вот отлично. Ага! Страсть! Страсть есть! Вот наш Ромео. Продолжаем репетировать. Бегом, 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 бегом. Так, что у нас с оркестром? Оркестр готов. Оркестр готов? Оркестр готов. И? Инструменты застряли в пробке. Значит, играем без инструментов. Бегом, бегом. Что стоим? Начали! Скоро весна, скоро весна. Эти ночи беспокойного сна. Снова весна, снова любовь. В наших жилах заиграет кровь. Время идет, нам его уже никто не вернет. Время летит, двигаясь с нами, танцуя в пути. Знаю ответ, знаю ответ на вопрос, ты есть или нет. Знаю обман, знаю обман, знаю нашей любви океан. Будешь этой ночью без сна. Скоро любовь, скоро весна. Скоро любовь, скоро весна. Скоро любовь, скоро весна. Люби меня, люби. Жарким огнем, ночью и днем, сердце сжигая. Люби меня, люби, не улетай, не исчезай. Я умоляю,
любви. Лену можно понять. На нее нахлынули старые чувства. Она не смогла себя сдержать. Алекс настолько любит себя, что уверен, будто его любят все. Да на ее месте я бы сам в себя влюбился. Да, Алекс идеально подошел на эту роль. Играть любовь на сцене у него получалось так же убедительно, как и в жизни. И когда кажется, что уже есть все составляющие успеха, судьба вновь проверяет тебя на прочность. Пардон, Моа! А что здесь происходит? У нас здесь репетиция, а не проходной двор. Кто пустил ее в наш театр? Это я должна спросить, кто вас впустил в мое здание. Что за прикол? Мы официальные арендаторы. Вы арендаторы, а я владелец. Все верно. Она купила это здание. И так как вы не оплатили аренду за следующий месяц, я требую освободить помещение. Но Валя же вчера оплатила аренду. Ты не сдержала обещание. А она дала мне настоящую роль. Вот ваши бабки. Валя. У вас один день, чтобы собрать свои шмотки. Завтра этого здания здесь не будет. Знаете что? Вы можете приходить сюда и рассказывать все, что угодно, со своей прической и этими клоунами. Но нас не запугать. Мы поставим наш мюзикл, чего бы нам это ни стоило. Сегодня кому-то говорят «до свидания», завтра скажут «прощай навсегда». Залеет сердечная рана. Завтра кто-то, вернувшись домой, застанет в руинах свои города. Кто-то сорвется с высокого крана. Следи за собой, будь осторожен. Следи за собой. Следи за собой, будь осторожен. Следи за собой. Завтра кто-то утром в постели поймет, что он болен неизлечимо. Кто-то, выйдя из дома, попадет под машину. Завтра где-то в одной из больниц дрогнет рука молодого хирурга. Кто-то в лесу наткнется на мину. We'll be right back.
До завтра, детка. Что мы будем делать? Ну, а ты так и будешь здесь сидеть? Не позвала, значит, хочет побыть одна. Логично. В такие моменты легче всего опустить руки и отказаться от своей мечты. Большинство так и поступает, поэтому успешных так мало. Иногда, когда ты уверен, что идешь вперед, оказывается, что ты двигаешься в обратном направлении. И все в жизни возвращается на круги своя. Прямо как в песне. В любом деле очень важно, чтобы рядом с тобой были люди, которые в тебя верят. Так, вот сюда. Еще немного. Не подглядывай. Что бы ни произошло завтра с нашим мюзиклом, я не могу позволить твоему голосу исчезнуть навсегда. Как же долго я об этом мечтал, но как? На какие деньги? Это не важно. Главное, что ты здесь, и что сегодня мы записываем твою первую песню. Готова? Не забывай. Помни меня. Навсегда вдвоем. Не забывай. Пламя огня. Где мы с тобой? Греем себя. Я улечу к себе, я улечу к тебе. На небо за звездой высоко. Тихий полет.
думаю, это очень хорошая песня. Держи. Людям должно понравиться. Мой друг работает на русском радио. Я отправлю ему копию. Фух, это была долгая ночь. Послушаешь? Конечно. Я так и не поняла, где ты взял деньги на запись? Ребят, вставайте! Стелла в глобусе, скорей! Ребята, сейчас все будет. Здравствуй, Эллочка. Не называй меня так. Это для всех ты стала старой. Для меня ты просто Эллочка, звезду новую. Заткнись. Что вообще ты здесь делаешь? Я пришел сделать тебе выгодное предложение. Ты заканчиваешь эту мерзкую историю с бульдозерами, а я оставляю в тайне, кем ты была до того, как я сделал тебя Стеллой Стар. Это и есть та самая девушка, которая бросила его 10 лет назад? Только попробуй. Дамы и господа, Стелла Стар передумала. Она решила проявить невиданную щедрость. Она очень хочет продать этим молодым талантливым ребятам это здание за 1 рубль. Что? А пока Стелла Ивановна сомневается, я расскажу вам как, а главное где я с ней познакомился. Окей. Окей. Здание ваше. Да, вот еще что. В расчете. Молодежь, с бизнесом мы разобрались. Давайте делать шоу! Мы находимся на премьере мюзикла «Сердцем к сердцу». Большой зрительский ажиотаж говорит сам за себя. Это была отличная идея сделать мюзикл с участниками шоу «Талант». Ребята уже начали паниковать, у них не было Ромео. Но чего не сделаешь ради старых друзей. Я отменил все свои дела, отменил все свои концерты. Был даже один забавный случай. Мне как-то пришлось... Здравствуйте! Мои дорогие! Вот чтобы вы понимали, позади полгода репетиций ради 2 часов, в которой решится все. Алекс Крид в главной роли, Алекс Крид в главной роли, такой один, Алекс Грин, да, детка. Говорят, что волнение перед выходом на сцену – это признак таланта. В тот вечер я ощущала себя самым талантливым человеком на планете. И вот то, о чем ты мечтал, уже так близко. Ну кто-нибудь видел мой венок? Наступает момент, от которого зависит все. Или твоя мечта сбывается. Ты не видела мой венок? Или твой спектакль будет окончен. В этот раз навсегда. Вы не видели мой венок? Он тебе на голове. Блин, точно. А вот, просили передать. От какого-то сумасшедшего фаната. Спасибо фанату. А это что? Это... Ничего важного. Ну, тебе нужно готовиться. Не буду отвлекать. Мечта сбывается.
и не сбывается. Любовь приходит к нам, порой не та, но все хорошее не забывается, а все хорошее есть мечта. Сердцем к сердцу в небо птицей. Не могу остановиться. На двоих одно дыхание через расстояние. Давай еще раз повторим. Давай. Прекрасная, прекрасней, во сто крат увенчанная правдой драгоценной. Кто знает, буду ли я беден, как сейчас, или богатым стану завтра. Но я уверен, ты моя судьба. Так выходи же за меня. Гриш, что за чушь? У тебя там другие слова. Как же твердо встать на ноги? Ну, я так подумал. Лучше это делать вместе. Не застила я горизонт твоей луны, которой нет. Открыла ночь огромный зонт, встречая розовый рассвет. Там на сиреневой луне ты так хотела быть одна, не забывая обо мне. Ты засыпала у окна. Ты чё тут сидишь? Роль осла репетируешь? Да вот, результаты конкурса пришли. Ты чё тянешь? Давай, открывай! Ты забудешь обо мне на сиреневой луне, может, только на мгновенье. Поздравляем, ваш сценарий победил в конкурсе. Предлагаем контракт на год. Ху-ху! Андрюха, ты красавец! Придется надолго уехать. Ты забудешь обо мне на сиреневой луне. Так это работа мечты. Иди скажи Лене, она обрадуется. Оставляй для меня только тоненькую нить. Алундра! Корабль наш несет на скалы! Джульетта! Катарина! О, Боже! О, горе, горе! Ку-ку. Алекс, мне нужно отдохнуть перед финальной партией. Выйди, пожалуйста. Я тут подумал. Круто же будет сегодня, в день премьеры, объявить себя парой. Красиво, символично. В конце концов, отличный повод для прессы. Я не собираюсь строить свою личную жизнь из поводов для прессы. Но я же вижу, что у тебя с этим недомерком, Андрюш. Все несерьезно. Ты просто хочешь отомстить мне.
лишь та любовь, любовь, которая чуждается расчета. И этим голубкам я помогу в два счета. Цветок любви, мой верный паж, это твое задание. Я в глаза твои, как в зеркало смотрюсь. Отражение потерять свое боюсь. Не хочу, чтоб ты лишь гостем был в сумраке ночей и в судьбе моей. Я люблю тебя. В чем проблема? Как любят в жизни раз. Алекс, не ломайся. Я пожертвовал карьерой и гастролями ради этого мюзикла. Ради тебя. От забот и мелких ссор ты меня увел, и ключи от счастья для меня нашел. Для меня нашел. Я знаю, что твой альбом любовь не продается. Похоже, этот мюзикл точно такой же последний шанс для тебя, как и для меня. Так что мы должны благодарить Андрея и его друзей за это. Так все-таки дело Андрея. Ну чем он лучше меня? Твое волшебное люблю. Я красивее. Я талантливее. Любовь похожая на сон. Настойчивее. Счастливым сделала мой дом. Алекс. Но вопреки законам сна, пускай. Что происходит? Что случилось? Что случилось? За одной дурой вы только что лишились главного актера. Мне хватит. Счастливо оставаться. Неудачники. Давай, и уноси свой маленький новый нос. Всегда был такой нос. Пускай не кончится она. Где Андрюха? У нас Ромео нету. Ребят, нам пора на сцену. Времени нет. Ваш выход. Алло, Стелла. Это Алекс Грин. Ваше предложение еще в силе? В силе. Если я узнаю, что этот нелепый мюзикл закрыт навсегда. Ну, как я это сделаю? Ну, ты взрослый мальчик, что-нибудь придумаешь. Ну, где, ну где, ну где? Наши молодые. А-а-а! Вот две пары влюбленных. Точнее, полторы. Ромео сошел с ума и где-то заблудился. Лес заколдован! Как странно, все изменилось вдруг. Ты что делаешь? На что это похоже? Ленка выбрала тебя, а я выбираю Стеллу Стар. Петруччо, наконец мы вместе. О чем ты? Правда, осел, если ничего не понимаешь. Осел? Петруччо, ты под властью здешних чар. Я убью тебя. Yeah.
Что же вы теперь будете делать, придурки? Осел убил Ромео. Поздравляю. Но как? Как дальше будет продолжаться этот идиотский мюзикл? Пожалуй, только я могу здесь правду говорить. Моя вина. Мой Паш напутал все. И кто-то стал ослом, а кто-то любит не по праву. Но я найду на всех свою волшебную управу. Ты, Ромео. А ты, осел. Зато я выиграл тогда в телешоу. Вы еще знаете, кто такой Алекс Грин? Волшебный лес проснулся после сна. Прошла пора зимы в любви, пришла весна. Скоро весна, скоро весна. Скоро весна, скоро весна. Я не могу. Слишком много людей. Представь, что мы с тобой вдвоем. Наш спектакль еще не окончен. Скоро весна, эти ночи беспокойного сна. Снова весна, снова любовь, в наших жилах заиграет кровь. Время идет, нам его уже никто не вернет. Время летит, двигаясь с нами, танцуя в пути. Знаю ответ на вопрос, ты есть или нет. Знаю обман, знаю нашей любви океан. Ты не одна. Будешь этой ночью без сна. Скоро любовь, скоро весна. Люби меня, люби. Люби меня, люби. Жарким огнем, ночью и днем, сердце сжигая. Люби меня, люби. Не улетай, не исчезай. На самом деле у нас все. Спасибо большое. Как все? Все вопросы, что ли? Я для этого отпарил свой красный костюм. Да, смешные вы, ребята. Мне хотя бы заплатят? Я не в курсе. Как не в курсе? В смысле? Давай главного позови. Что за фигня? Вы спрашивали, в чем секрет успеха. Наверное, секрет в том, что успех надо делать самому.
И что бы ни происходило в жизни, это не повод останавливаться. Ведь каких бы высот вы ни добились, это всего лишь ступень. Вот, наверное, и весь секрет. Дальше дело за вами. Там пропустила. Ага. Ты можешь быть успешным или никому не нужным. Можешь быть талантливым или не очень. Но рано или поздно жизнь расставит все по своим местам. Владимир? Да? Очень приятно. Здравствуйте. Не хотите песню с нами записать? Круто, я вас посоветую. Что ж, раз крутой посоветовал, давайте попробуем. Я не лягу под ноги к тебе никогда. Вот так, раненый в сердце тобою, буду страдать. Чем расплачусь? Знаешь, моя душа рваная, вся тебе. Пусть будешь лучше, ты всегда пьяная, но ближе ко мне. Знаешь, моя душа рваная, вся тебе. Пусть будешь лучше, ты всегда пьяная, но ближе ко мне. За. Не можешь, я понял сам. Ведь разные части делят на два. Внутри тебя там. Мне надо бы стать умней и чаще молчать. Я просто привязал бы тебя к себе, чтоб всю жизнь целовать. Знаешь, моя душа рвана. Вся тебе. Пусть будешь лучше, ты всегда пьяная, но ближе ко мне. Я же говорил. Спасибо тебе огромное за все, что ты для меня сделал. Знаешь, ты настоящий друг. Друг, который улетает в самый важный момент твоей жизни. Я все еще могу отказаться и не лететь. Да ты что, твой сценарий выиграл международный конкурс. Не упускай такой возможности. Если не берешь телефон, значит, ты сейчас со мной. Оставить все дела на потом, просто побыть вдвоем. Если не берешь телефон, значит, ты сейчас со мной. Оставить все дела на потом, просто побыть вдвоем. Просто побыть вдвоем. Знаешь, моя душа рваная, вся тебе. Пусть будешь лучше, ты всегда пьяная, но ближе ко мне.
через пару минут в эфире суперхит Лены Черновой «Невесомость». А что с Андреем? Андрей уже в самолете на пути к своей мечте. Но мы обещали созваниваться. Год, в принципе, не так долго. Правда ведь? Да. Спасибо. И вам спасибо. Не забывай. Помни меня. Ты не один. Навсегда в твоем. Небо за звездой высоко. Послушай меня сегодня, хочу быть с тобой. Верни мне мою надежду и покой. Полнеба, полдня, полночи теперь у меня. Ты ушла и опять ни слова не сказала. Послушай меня сегодня, я хочу быть с тобой. Давай уплывем на берег неземной. Ты рядом стоишь, но все же твой взгляд не со мной. Я слышу твое молчание. Обнимает
спой на стихи рассвета.